будет особенно сильным. Это дурно знак. Пусть песня подпишет. Похоже, что-то важное. К дыму направляется чуть ли не вся деревня. Быть Бану значит понимать, что смерть может настигнуть тебя в любое мгновение. Наши охотники это знают. Тебя ждет редкое зрелище, Нора. Бургрент, поставщик снаряжения. Как правило, мертвецов Банок сжигают. Но не сегодня. Потому что не смогли забрать тела? Печальная история. Все их лучшие воины погибли. Они прощаются с умершими иначе. Справьтесь с горем, охотники, и убейте его! Наших родичей постигла судьба, о которой мечтают Банук. Они пали, поражая сталь копьем. Их борьба закончилась. У вас на глазах их души поднялись в синее небо и устремились к синему свету. Но наша борьба лишь начинается. Скоро мы вновь пойдем охотиться на демона, который вводит машины в выступление. И потому я спрашиваю, есть ли у вас отвага наших павших родичей? Вы готовы сражаться и умереть, как они? Моя отвага, мое копье! Мы Банук. Наши враги – добыча. Демон? Иступление машин? Эти машины перебили лучших из них. И что они думают? Опять пойти туда? Глупцы. Хочешь совет? Даррен. Элой. Элой. Я провел тут две долгих зимы. И до сих пор эти банук меня поражают. Взять эту историю. Началось с того, что их шаман, Аурея, стал вещать про какие-то там души и демонов на громовом барабане. Они ломанулись туда всем вераком. И половину из них перебили машины. Когда Аурея исчезла, я думал, они придут в чувство. Но нет. Могучий Аратак хочет еще разок повторить все то же самое. А что именно у Банук тебя так поражает? Ну, для них все испытание. Во всем они видят лишь преодоление преград. Ну, вряд ли можно иначе в таком-то месте. Да, земля, где от холода трескаются зубы, где рыщут дикие звери.
Казалось бы, почему не принять помощь по разумной цене? Поверь, я пробовал их убедить. Но Банук перестанет спорить, лишь когда подыхать ляжет. Говоришь, ты прожил здесь две зимы? Да. Про эту невидавшую стали кучку палаток мне одни пушники в жиле рассказали. Хорошее место. С потенциалом. Но дела шли паршиво, пока Урея не привела сюда своих. Они все говорили про большой поход. А послышалось доход? Ну, уши подвели. Банук-то не то чтоб сильно жадный, просто торговать любит со своими. Вот бы нам до них достучаться. Об этом поселении все бы заговорили. Ну, или хоть кто-нибудь. Нам? Мне и моей до... моей помощнице, Варге. Моей помощнице и дочери. Как деловые партнеры, мы лучше уживаемся. Ее мать просила обучить девчонку. Она начала возиться с оружием и... Слушай, когда захочешь передохнуть от всех этих дел, вы с ней обе... Как бы это сказать-то... Женщина? Нет, я не про то. Вы независимая. Она в длинной засечке. Это самый восточный лагерь. Это Аурея рассказала людям про демона? Именно так. Она сказала своим, что он живет на громовом барабане. И ей поверили. А ты не веришь? Слушай, я не знаю, что Аурея там нашла. Шаманы перед чужаками не отчитываются. Но машины в зарубке становятся все злее, это ясно. Может, всему виной демон. А может, у них всех просто несварение, кто ж их знает. Но Аурею уже не спросишь. Она ушла, и никто не знает почему. Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. В болтовне что-то есть. Объяснение тому, что стало с машинами. Ну тогда ищи Аурею. Она ушла в сторону гор, которые зовут Ледяной Теркой. Говорят, только шаманы знают тропы в этой стылой гряде. Но я знаю, где можно найти ее ученика. Налтука. Он пошел на север от реки, ведомый слухами. Слухами? Да, нехорошими. Нападение снежной пелены. Какие-то чудные постройки. И вроде бы новая машина. Такой еще никогда не видели. Но это еще интересней. Спасибо за совет. Не за что. Может, Аратак мне что расскажет про Аурею и громовой барабан? Надо с ним поговорить. Ты обещал мне бесплатный совет. Тебе я дам его дважды, но впредь уже начну брать плату. Ты знаешь о человеке по имени Сайленс? Высокий, мрачный такой, провода в коже. Как у шаманов. Да, я слыхал это имя пару раз. О нем шепчутся, будто это страшило, которого Банук хотят забыть. Я точно не знаю, как дело было, но вроде то ли он чем-то насолил совету, то ли совет ему. Совет? Все самые важные шаманы время от времени собираются в Бануре, чтобы обсудить эти свои духовные дела. Как они все умещаются в одной палатке с такими-то хитро вымудренными штуковинами на головах? Аурея ходила на это гульбище. Но когда я спросил, как она там, она на меня только зыркнула. Хочешь узнать больше, придется найти ее. И понравится ей, наверное. Удачи. Что говорят об Аратаке? Он хороший воин? Он вождь Верака. Ему все внимают, хотя он редко раскрывает рот. Дохлая рыба и то разговорчивей. Но когда он и Аурея привели сюда свой верак, Банук тут стало больше, чем я за всю жизнь видал. А что еще я увидал? Мой собственный торговый путь. Хороший такой, отсюда до самой жилы. И тут этот тип взял да и увел своих на смерть, прямо в когти машин. Я лишился лучших клиентов. А что вообще такое эти вераки? Племена внутри племени? Ну, это не как наши кланы. В них берут не по праву рождения. Нужно пройти испытание.
Докажешь, что ты в чем-то лучше, и, может, тебя и примут. Иные вераки гибнут быстро. Другие оказываются прочны, как металл. Вся территория Банук – Банур. Это собрание самых больших древних вераков. Даже не знаю, то ли понятнее стало, то ли наоборот. Ну, вот что я знаю точно. В каждом вераке есть вождь и есть шаман. Они принимают решения. Это все хорошо. Только вожди – упертые типы. А шаманы витают в облаках. Еще увидимся. Надеюсь. Люблю постоянных клиентов. Что бы ни происходило в недрах барабана, этого недостаточно, чтобы сразить дух Пану. Чтобы я больше от вас такого не слышал. Сомнения тяжелее сугробов. Прости нас, вождь. Мы будем готовы к новой попытке. Но это будет не попытка, это нужно сделать. Вы понимаете? Слушаюсь. Хорошо. Странница, ты хочешь поговорить? Аурея знает, что это за демон. Где мне ее найти? Аурея – шаман. Ее дела не для наших глаз и ушей. И уж точно не для чужаков. Этот демон, о котором вы говорили. Ты бы сама сходила и убедилась, если смелости хватит. Он изменил машины. Сделал их злее, сильнее. Но кто он? Пусть шаманы разбираются. В Грани Песни есть другие вераки? Да. Деревня открыта для всех, кому нужны кров или припасы. Когда кончилась война, тамошний лагерь изрядно разросся. Быстро, как травы в оттепель. Может, протянет и до следующей войны с Карха. Ваш верак родом отсюда? Нет, большинство охотников пришли сюда из Банура, чтобы дать отпор демону. Но я здесь родился, и я сражался здесь с Карха, когда прочие отступили в горы. Мои товарищи со мной и сейчас. Те, кто выжил. Вы хотите вернуться на гору? Да, я дал слово. Но ведь риск так велик. Риск чего? Смерти? Нет уж, куда хуже будет склонить головы и признать. Это нам не по силам. Ну что ж, у меня все. Славно. Дела важнее, чем слова. Ну да. Ладно, чтобы понять, как этот демон влияет на машины, мне нужно разыскать Аурею. А для этого надо поговорить с ее учеником, который пошел на север, вдоль реки. Ты становишься лучше. Медленно. Словно раскалывающаяся ледяная. Yeah.
гоблин на шее. И как же он так завалился, бедняга? Они вообще крепкие. Весь обледенел. Он уже очень давно так лежит. Но падальщики только приступили.
Нужно включить визор. Проверить, что он видит. Похоже, от него оторвали три важные детали. Если вернуть их на место, может, я смогу его активировать, глянуть, что у него в голове. Я справлюсь.
срочно. Его оберегали. Наверное, считали этого длинношея священным. Подошел. Надеюсь, сработает. Но теперь он уже не так плохо выглядит. Ладно, если я прав, надо просто расправить подачу энергии. А если я ошиблась, по крайней мере, никто не увидит. Тебя тряхнуть. Полегче. Легче. А когда было легко? Думаю, отсюда получится на него запрыгнуть.
быть, что это для тебя. Теперь надо добраться до головы. Видимо, это Налтук наблюдает за той башней. Кажется, он посылает какой-то сигнал. Налтук? А ты кто? Как ты меня нашла? Бургрен сказал, где искать. Вот настырный. Я ему уже 1000 раз говорил, не хочу я у него ничего покупать. Я не торговка. Мне нужно найти Аурею. Забудь. Она ушла туда, куда ступают лишь шаманы. Получить наставление от голоса в синем свете. Такова ее задача. А моя задача — наблюдать за работой демона и постараться сдержать его. Но что я могу сделать с этими башнями? За неделю они выросли по всей зарубке. Они источают энергию демона. Она питает машины, исцеляет их. Скажешь, куда ушла Аурея? Ты задаешь много вопросов. Когда не получаю нужных ответов. Аурея хочет услышать один голос. И это не твой. Извини. Аратак сказал, демон повергает машины в безумие. Смотри, те с лиловыми метками. Это машины демона. Они сильнее, опаснее. И я уже видела такое прежде. Заражение. Но там был не ваш демон. Правда? Но ты знаешь больше моего. А башни у вас такие же были? Нет. Впервые вижу. Так вот, они придают силы машинам демона. Надо что-то делать. Хорошо. Ты хочешь сдержать машины демона? Я знаю, как это сделать. Моим луком и копьем. Стой, странница. Как твое имя? Элой. Ладно.
Если ты погибнешь под ударами его машин, я хоть смогу рассказать о тебе Аурее. Ты в меня веришь, как мило? Я не погибну. А когда вернусь, ты скажешь мне, где она. Настоящий воин. С машинами и башнями справляться научилась. Очередь демона. Ты как-то забрала его силу себе. Возможно, Аурее стоит с тобой встретиться. На самом деле, она ищет надежду. И я вижу, ты можешь ей в этом помочь. Она в убежище за той грядой, ледяной теркой. Попасть туда можно лишь по тропе шамана. В конце тропы ты увидишь храм, великую машину под синим самоцветом. Шаман, прошедший тропу, берет себе кусок самоцвета. Если доберешься, и ты возьми. Как награду. А что за синий самоцвет в конце тропы шамана? А, кристалл. Он растет на телах машин в самых древних льдах. Синий свет, вытекая из машин, замерзает. И обретает такую форму. Но тебе важнее, что торговцы дают за него хорошую цену. Бургрен сказал, ты ученик Аурее? В ее отсутствие я служу вождю Ивераку советником, разведчиком, вестником синего света. Работы много. Не знаю, смогу ли я сравняться с Аурее, но я попытаюсь.
Я перед ней в долгу. Она поверила в меня. Неопытного шамана с края света. Только она. Ты был с Аурей в том походе на гору? Хотел бы я даже знать, чем кончится. Но я ведь не воин. Она не взяла меня. Когда Аурей и вождь вернулись, они стали о чем-то спорить. О чем именно, я не знаю. А потом она дала мне задание и ушла. Как мне найти эту тропу шамана? Иди к ледяной терке. Пройди по меткам через ледяные пещеры и водопады. И поднимись к храму. Но берегись. Этот путь задуман как испытание. Последний этап подготовки шамана. И в конце пути я найду Аурею? Нет. Она еще выше. Где-то внутри горы. Если увидишь ее, передай. Я верю, что она услышит голос вновь. Хорошо. Значит, теперь мне на ледяную терку. Искать тропу шамана. Жесткая, но ничего, я привыкла. Руины в озере? Нет, руины и есть озеро. Это сделали предтечи. Солнечный ожог. Это, видимо, и есть ледяная терка. Тропа шамана начинается где-то наверху. Shh.
встречаю козу. Наверное, пришли с верховья реки. Пойду вдоль реки, найду источник. Ничего сложного. Возвращайтесь к своим делам. Может пригодиться.
Из этого можно сделать зелье. Мешок и так уже нет. Вон там. Похоже, там источник всей этой воды. Похоже на постройку предтечи. Кто-то очень хотел попасть внутрь. Чуть не снес всю скалу, чтобы только пробраться в дверь. Обнаружено затопление. Рекомендуется эвакуация. Бассейн водослива под угрозой. Бассейн водослива? Интересно, что это такое? Пункт управления. Из-за чего же отсюда пошла вода? Сбой заборной башни. Дренажная система отключена. Это, скорее всего, плохая новость. Большая часть комплекса под водой. Как это произошло? Расположение замков. Очень кстати. Голографический интерфейс. Наверное, какой-то шифр. Может мне просканировать объекты в этой зоне? Провода идут к источнику питания.
отсюда можно перекрыть подачу воды. Сильное течение. Переплыть не получится. Может, тут визор что-нибудь обнаружит? Детали. Без нее сюда не попасть. Отсюда можно перекрыть подачу воды. Кто-то тут постарался на славу. Будь у меня детали, я бы, наверное, смогла починить. Видимо, здесь прошелся тот озерам. Ошибся? Ты? Прямо дар судьбы, подруга? Уж думал, огонь в моем горне угас. И я вместе с ним. Но нет, не-а. Только не Гилдун. Ну, хорошо. Погоди, давай-ка сначала. Что ты вообще здесь делаешь? Ау, прошу прощения. Привык говорить сам собой, о себе-то можно излагать в любом порядке. В этом хранилище есть артефакт, который мне просто необходим. Но, как ты заметила, дверь не открывается. Я взял одну из этих круглых штуковин со стены за дверью и, глухо, я решил нажать там одну кнопочку. Еще хуже. Мой невинный, вроде бы, эксперимент привел к тому, что комнату слегка затопило. Ну, я еще понажимал кнопочку, возможно, с излишним рвением, искры и дым. А пришел-то я сюда с целью осмотреться, и мои осторожные шаги, возможно, стали одной из причин обвала моста. Когда мост стал рушиться, я, возможно, слегка торопясь, обронил ту дурацкую круглую штуковину в воду. Когда я пришел к мысли бросить эту затею, дверь закрылась. Ну, вот так примерно я тут и оказался. Ты нашел кнопку, которая управляет подачей воды. По чистой случайности. А потом ты ее сломал. Также чистая случайность. Насколько я понимаю, без кнопки воду не перекрыть. Это будет непросто. Это хранилище забито от пола до потолка. Ты удивишься, найдя там нужные детали? Я точно не удивлюсь. Ты говорил что-то об артефакте. О, да. Это хранилище набито сокровищами Бритеч. Но одно мне особо приглянулось. Причудливое зеркальце. Я лишь однажды видел подобное. Мама как-то принесла такой предмет из не пойми откуда. Я помню, как держал его в руках, вглядывался, видя себя и маму у меня за плечом, улыбку. И одно из таких зеркал есть в хранилище? О, да, я уверен. Я заглянул в эту темную комнатушку, и оно там было. Я так давно мечтал такое найти. Да, на сей раз я нашел.
Чтобы попасть в хранилище, надо найти еще такое кольцо. Это часть механизма, запирающего дверь. Вот как? Ну, это прекрасные новости. Даже чудесные. У тебя две руки, у меня две руки. Идеально. Ха-ха. Моя героиня, моя спасительница. Если хочешь, а с чего бы тебе не хотеть, моя пособница. Ха-ха-ха. Можно считать кольцо уже наше, а вместе с ним хранилище и его богатство. Ты же вроде уронил кольцо в воду. Ну, признаю, это добавляет нашему предприятию некоторый дополнительный элемент сложности. Итак, нужно заменить кольцо и попасть в хранилище. Тогда я починю кнопку и перекрою воду. А в моих руках, наконец, окажется то самое зеркало. Ладно, Гилдун. Как нам достать кольцо? Две пары рук, подруга! Две пары рук! У нас за спиной пара огромных ворот. Но! Сдается мне, их нужно открывать вдвоем. Вместе мы сможем тут все осушить! Ну что ж, тогда приступим. Да, приступим. Вон там, подруга. Видишь, вентили? Пора поработать руками. На той стороне еще один вентиль, он фиксирует ворота. Если тебе не трудно, переберись туда. Окажи мне честь. Перебраться можно только поверху. Течение слишком сильное. Не преодолеть! Не освежает. Вот нисколечко. Может быть, как-нибудь поверху можно перебраться? Сейчас. Еще немного, и я смогу сдвинуть эти треклятые ворота. Есть! Теперь можно опустить ворота. Ты права! Да. Как только я опущу ворота, тебе нужно будет еще раз повернуть вентиль. Надо их зафиксировать. Одни закрыли. Пол дела сделано. Займемся вторыми воротами. Лестница редкая, особенная вещь. Она доведет тебя ровно до того места, куда тебе надо попасть. И не шагом дальше. От вторых ворот наверняка где-то наверху. Только вот как туда забраться? Да, я осмотрюсь. Может, что найду? Можно запрыгнуть на ту шаткую ржавую платформу. А оттуда поискать путь наверх? Спасибо. Наверное.
еще тебе утонуть в этих руинах? Рядом. Просто перепрыгни на ту сторону. А, ты прямо надо мной. Просто опусти лестницу. Подвижись. Там уже не впервой. Так что это будет проще, чем свалиться в яму. Возьмешь на себя вентиль на той стороне? Если с этой стороны все точно так же, надо поискать входной тоннель. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что ты это не нарочно. Ты цела? Гилден. Давай, Гилден, крути вентиль. Не получается! Они слишком тяжелые. Глянь у меня за спиной, нет ли там чего-нибудь большого и сломанного. Противовеса отвалился кусок. А если залезть, может, моего веса хватит, чтобы его опустить? Держись! Я сейчас! Есть идея! Надо забраться выше. Нужно залезть по обломкам. Я теперь только этим и занимаюсь.
Я не могу запрыгнуть на противовес отсюда. Но, наверное, можно забраться повыше. Узнаем, когда я его завалю. Сдох. А, чудесно. Так, кольцо, может,
досмотреть. Ты был прав. Эта штука проглотила кольцо. Ха-ха! Вот она, моя старая добрая интуиция. Никогда меня не подводит. Хотя иногда выбирает довольно извилистые пути, но... Неважно. Вперед в хранилище! К трофеям! А что у нас там? Тоже сокровище предтеч? Это место полно сюрпризов. Может, заглянем? Ты же хотел залезть в хранилище. И хочу, да еще как. Но я не тороплюсь, так что можно и тут пошарить. Скорей бы, скорей бы, скорей бы! Почти пришли. Скоро я буду смотреться в зеркальце, как когда-то вместе с мамой. Сработало. Я-то думал, тряхнулась, водишь руками по воздуху. Гилдун, все нормально? Я правда видел его. Зеркало. Видел же. Вон там, в окне. Оно? Ну да. Игра света. Обманулся. Мне жаль, Гилдун. Похоже, для тебя это было важно. Ну, как? Не больше, чем любой другой артефакт из мира предтеч. Ничего, ничего. Тем более, главное не результат, а процесс. Для того-то ведь мы и шаримся. Для азарта, а не осколков. И ведь славно пошарились, а? Клянусь великим горном, на всю жизнь запомнится. Ну что же... Нам ведь нужно что-то там починить. Ладно, давай починим кнопку и перекроем воду. Теперь стало намного красивее. Что это значит? Это значит, сработало. Клянусь горном. Ты просто чудо. Часто это слышишь? Рискну предположить, что да. Ну да, слыхал разок-другой.
Ох, какая скромница! И знаток искусств притечь, мастерица всей жили на зависть и еще скромничает. Ха! Я же не одна все сделала. Нет. Не одна, конечно. Куда ты дальше? Вернешься в жилу? Ты что, хочешь, чтобы я лишил грань песни такой истории? Да не в жизнь. Я тут немного побуду. Но историю должны излагать все участники. Приходи, скажи свое слово. Бассейн водослива осушен. Внутренние помещения доступны. Ущерб минимальный. Похоже, бассейн опустел. Надо сходить посмотреть. Новое приключение так скоро. Ты смелее меня. Но в этом никто не сомневался. Что это за звук? Он исходит откуда-то ниже по течению.